Всем привет, дорогие друзья, с вами Мак. Сегодня у нас с вами такая замечательная посылка по картриджам. Картриджей здесь немного, в принципе, как и дисков, но, тем не менее, они довольно интересные и стоят того, чтобы их приобрести в коллекцию. Давайте же рассмотрим. Так, начнем по порядку. Вытаскиваем два карика. Коробку в сторону пока. Смотрим. И здесь у нас Battletoads, первая часть, и Battletoads Double Dragon. Оба в хорошем состоянии. Единственное, что здесь, видите, такая трещина. Но, тем не менее, все сохранилось в довольно хорошем, приличном виде. И это как раз те игры, которые мне не хватает для игры на Денди. Вспомню молодость. И вот такие вот замечательные три игры на Sony PlayStation 2. Первая игра — это Redept Revolver. Я не играл в эту игру, это я знаю, что игра от Rockstar. Оценочка 9 из 10. Как раз в этом году у нас с вами выходит Red Dead Redemption 2, если не ошибаюсь. Смотрим, что входит у нас внутри самой коробки. Лицензионный. Ух ты, у меня включился сам Windows, прикиньте, ни с того ни с сего. По-моему, началось восстание машин. Так, и здесь у нас руководство пользователя. Цветное, посмотрите толщину. Вот было время, когда классно так вот все делали. Я даже не знаю, честно говоря, о чем эта игра. Мне будет очень интересно поиграть. Говорят, что такое как бы приквел к Red Dead Redemption. Ну, посмотрим. Тут тоже есть дуэли, такое управление, и графон довольно-таки неплохой. Мне кажется, что эта игра чем-то мне будет напоминать знаменитый Ган. Очень классно, конечно. О, здесь у нас реклама еще GTA San Andreas. Что тут по дате? 22 октября она вышла. Да. Ну что, заценим. Так, следующий диск у нас. Шутер от первого лица Black. Я тоже в него не играл. Это не эксклюзив. Я знаю, что он выходил на Xbox Original. Так. Ну, здесь, в принципе, тоже ничего необычного. Такой мануал уже черно-белый. И не такой толстый, конечно. Говорят, что это один из лучших шутеров вообще на консолях того времени. Поиграем, заценим. Кстати, все эти диски и картриджи я приобрел у одного человека в Украине. Он у нас любит собирать тоже ретро-игры. И не надо заказывать за границей. Довольно приемлемые цены. И третья игра — это The Warriors Beat'em Up. Если я не ошибаюсь, тоже от Rockstar Game. И он на двоих еще ко всему. Я не знаю, о чем эта игра. Тоже не играл. Но догадываюсь, что она тоже классная. И посмотрите опять толщину мануала. Мануал тоже цветной. Банды какие-то. Ну, думаю, будет классно посмотреть, поиграть. Все в хорошем человеческом состоянии. Так, ну что ж, такой вот на сегодня у нас улов. И довольно неплохой, хочу вам сказать. Поиграем, заценим, посмотрим. Ну а мне осталось добавить, что с вами был Макгрубер. Как всегда, подписывайтесь, оцените, комментируйте, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте. До новых встреч, до новых распаковок. Всем пока!